Накануне в приюте зоозаботы, известном многим под названием «Отрада», состоялось внеочередное собрание учредителей. Поводом сбора послужила якобы критическая ситуация в организации. По словам волонтеров, приют оказался не готов к зимнему сезону. Многие животные ночуют на земле под открытым небом. Насторожило работников организации отсутствие прозрачности финансовых отчетов Евгении Пахомовой, которая была директором на протяжении полугода. Большинством голосов ее отстранили от руководящей должности и исключили из состава учредителей. Временно исполняющим обязанности директора теперь назначена Наталья Троенко, которая уже наметила план работы, даже посчитала сумму, необходимую сейчас для помощи животным. Для того, чтобы сделать нормальный зимний, более-менее теплый вольер, которым будет удобно волонтерам и наводить порядок, и комфортно животным, это сумма от 30 до 60 тысяч. Это постройка более-менее нормального вольера одного. На 30-40 животных делать надо. Будем исходить из того, что есть, чем помогают люди. Ну, дальше как пойдет, но у нас осталось практически 2 недели, чтобы обеспечить более-менее приемлемую зимовку для животных. Основной финансовый вклад в приют вносят неравнодушные люди, за счет которого он и существует. По словам учредителей и волонтеров, они написали заявление о нецелевом использовании денежных средств в полицию и в прокуратуру. Сейчас ведутся проверки. Несмотря на перипетии, добровольцы продолжают трудиться в питомнике. Сейчас там организован кризисный штаб для решения срочных вопросов. В частности, необходимо произвести регистрацию и учет животных, их стерилизацию.